Юбилей молодежного центра «Спутник» собрал в уютном зале базы спорта и отдыха «Северянка» много гостей. В приветственном слове заместитель главы по социальным вопросам Наталья Сокол отметила, что центр «Спутник» – это своеобразная визитная карточка Белоярского района. Центр собирает под свои знамена неравнодушных молодых белоярцев, и во многом благодаря им наш город становится чистым, уютным и благоустроенным. Заместитель главы вручила руководителю «Спутника» Анне Ординарцевой заслуженные награды. Разрешите еще, самое главное, это для всего «Спутника» поздравительный адрес, потому что каждый человек чувствует себя сегодня юбиляем. И я от имени главы поздравительный адрес с великолепными словами, самыми важными, вручаю его руководителю. Петрович передал, как всегда, подарок. Это сертификат на 50 тысяч для нужд «Спутника». Также грамоты и благодарственные письма Комитета по делам молодежи, физкультуре и спорту были вручены Надежде Пушилиной, Надежде Егоровой и Юлии Морозовой. В своей речи председатель комитета Александр Майборода отметил важность работы сотрудников центра и востребованность разных видов его деятельности. Но то, что действительно неизменно, то и серьезное, действительно массовое направление, как трудозанятость, оно действительно оставалось топовым, востребованным и очень нужным на территории действительно нашего района. И тот показатель, который «Спутник» до сегодняшнего времени всегда исполняет и выполняет, он, конечно, говорит о многом. Юлия Морозова – один из старейших работников центра. В «Спутнике» она работает мастером с момента его основания, уже 25 лет. За это время через ее руки прошли сотни молодых белоярцев. Очень нравится с детьми работать. Они все разные приходят, вообще замечательные. Не знаю, я люблю детей, и мне с ними легко. В этот праздничный день звучало много слов благодарности в адрес сотрудников «Спутника» и от представителей Центра занятости населения и акционерного общества «Североавтодор». Спасибо за тот воспитательный процесс, который вы проводите среди детей. Потому что вот Александр Викторович сказал, действительно, кто своим трудом уже познал этот труд, как тяжело, допустим, на улицах работать, как никогда уже не будет ни мусорить, нигде не бросит ничего такого, что будет относиться и уважать труд окружающих. Сотрудников «Спутника» поздравила, а также вручила грамоты и памятные подарки и руководитель центра Анна Ординарцева. Хочу поблагодарить своих всех коллег, с которыми я работаю, вот за отношение к детям. У нас даже, которые новенькие приходят, они находят быстрый общий язык с детьми. Даже не то, что одни дети, у нас еще много взрослых работает. И каждому нужен подход. За свою четвертьвековую историю Белоярский центр «Спутник» доказал, что они то самое малое, с которого и начинается большая молодежная политика нашей страны, округа Белоярского района. Кирмина Таджиева, Петр Михалап, Время новостей, Белоярский.